Здравствуйте! В этой теме мы рассмотрим доступ к базе данных. Не весь возможный, конечно, а только с применением Spring. Так как доступ к базе данных это достаточно обширная тема, мы остановимся только на использовании GDBC и рассмотрим, как Spring может помочь нам упростить работу с ним. Spring умеет работать и с ORM технологиями, но это уже совсем другая история. Мы посмотрим, как можно выполнить обычный запрос, сохранить и получить данные. Для начала давайте немного вспомним GDBC, как с помощью него выполнить простой запрос. Для начала нам нужно загрузить драйвер приложения. Отдельного метода типа loadDriver нет. Мы сообщаем драйвер менеджеру, какие драйвера загружать через System Property, либо загружаем класс драйвера с помощью класс лодера. Потом с помощью драйвер менеджера мы создаем connection, указывая URL на конкретную базу данных. Чтобы выполнить простейший запрос, мы создаем один из statement классов через connection. Заполняем данные и выполняем этот запрос с помощью Execute или ExecuteUpdate. Далее обрабатываем результат, либо вместо результата обрабатываем Exception, который может возникнуть. И в самом конце не забываем закрыть Connection, чтобы освободить ресурсы. Как вы понимаете, многие из этих шагов являются шаблонными. И было бы неплохо возложить груз ответственности за их выполнение на кого-то другого. В нашем случае на помощь приходит Spring. Давайте посмотрим, что именно придется делать вам, а какую работу будет выполнять Spring. От вас требуется не так уж и много. Определить параметры подключения, ведь только вам известно, какую базу данных использовать. Задать SQL-запрос, определить параметры запроса и установить их значение. И в конце обработать результат выполнения запроса. Причем пробегать по resultset сету Spring будет сам. А вам надо будет лишь понять, что делать с данными в редке. Для того, чтобы выполнить действия, которые зависят от вас, Spring представляет несколько специальных темплейт классов. Основной класс — это GDBC Template. Вызывая его методы, вы сможете выполнить запросы и получить результат. Определять его будете как отдельный бин, передавая ему информацию о подключении к базе данных. Методы данного класса могут бросать исключения в случае ошибок. Причем Spring обрабатывает все SQL-эксепшены, обворачивает их в свои unchecked-эксепшены, и уже бросает их. То есть вам не обязательно их ловить, а если вы захотите, то сможете обрабатывать понятную структуру ошибок, независимо от технологии доступа к данным. Ведь Spring умеет работать не только с GDBC, а также и с ORM. Давайте в нашем тестовом приложении создадим такой логер, который будет записывать события в базу данных. Он будет получать GDBC-темплейт как зависимость и в методе log-event будет сохранять события в базу данных. Вы можете работать с любой SQL базой, которая вам нравится. А если не знаете с какой, то для тестирования можете воспользоваться Derby. Подключите необходимую зависимость в POMXML и не забудьте подключить Spring GDBC модуль. Теперь давайте добавим к нашей конфигурации контекста Spring bin GDBC template. В качестве аргумента конструктора он принимает data source. Это такая себе обобщенная фабрика, создающая connection к базе данных. Она скрывает детали подключения и управления транзакциями от разработчика. То есть ему достаточно только определить параметры подключения. В нашем тестовом примере мы воспользуемся реализацией Data Source от Spring, которая очень простая и должна применяться только для тестирования, а не в продакшен. Она позволит получить connection, но не умеет делать пул из них. В реальном коде вы, скорее всего, будете получать Data Source из какого-то источника либо самостоятельно настраивать Connection Pool, который сможет выдерживать необходимые нагрузки на приложение. В качестве параметров Data Source мы как минимум передаем класс драйвера, URL к базе данных, имя пользователя и пароль. Могут быть и другие параметры, если их требует соответствующая реализация Data Source. Параметры подключения к базе данных лучше вынести в отдельный property файл. Это упростит его поиски и модификацию в проекте, а также позволит подключать разные файлы и использовать разные базы данных. Для подключения к встроенной базе данных Derby укажите класс драйвера, а в URL укажите путь к папке на диске, где будет храниться база данных. Для выполнения запроса на вставку значения в таблицу достаточно выполнить всего лишь один метод в объекте gdbc-template это update. Вы передаете, собственно, SQL-запрос и значение его параметров. Конечно, таблица должна быть создана в базе данных вы можете сделать самостоятельно, например, в init-методе вашего логера. Также с помощью метода update вы можете выполнить другие SQL-запросы, которые изменяют данные. Это, например, delete или update. Более интересным есть выполнение запросов на получение объектов. Для этого используется метод QueryForObject. С помощью него можете возвращать простые типы. Например, запросив количество ивентов в таблице, вы можете получить значение типа int. Также вы можете запросить одно поле конкретного ивента и получить значение типа string. Если же вы хотите получить полностью весь рядок таблицы, чтобы из него создать объект event, то вы используете так называемый row mapper. Это интерфейс с методом mapRow. Spring вызовет этот метод, когда будет итерироваться по resultSet. В этом методе курсор resultSet будет установлен на необходимый рядок, так что вы сможете вычитать значение ячеек. Если же вы хотите прочитать несколько объектов, то для этого необходимо вызвать метод query, также передав ему на вход rowMapper, который все так же будет создавать один объект из рядка. При этом данный rowMapper будет вызываться несколько раз для каждого рядка из resultSet. И на выходе Spring сформирует вам список созданных объектов. Как вы можете видеть, работа с GDBC при помощи Spring не является такой уж сложной, так как он берет на себя выполнение разного рода шаблонного кода, Позволяем вам сосредоточиться только на работе с данными. Про остальные возможности при работе с GDBC вы можете узнать из документации Spring. Они включают в себя и выполнение батч операций, и обработку ошибок, и маппинг GDBC операций на Java объекты. А мы на этом закончим. Спасибо и до новых встреч!